так как был заключен предварительно договор на внедрение, у нас есть на входе ресурсный план. На основе ресурсного плана и готовятся, и подбираются люди для проекта. То есть выполняется мобилизация проектной команды. То есть все проектные роли, которые изначально были записаны в ресурсном плане, значит, как сопроводительный документ к тендерному заданию, мы, собственно говоря, их мобилизуем, то есть подключаем к проекту.